Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Boom Slinger. Эта игра очень похожа на одну известную игрушку, которая называлась Битва Червячков. Многие, наверное, знают. И здесь вот что-то типа того. Ну что, давай, наверное, потихонечку будем приступать. Так, ну что, это у меня... Что в данный момент есть, это прыжок плюс сюрикены. Я прошел буквально один уровень, ознакомительный. Так что, друзья мои, ничего особого здесь не потеряли. Ну что, плей сразу же. Ищем противника. Русского языка, к сожалению, здесь нету. Но он не особо тут и нужен. Тут и так все понятно. Так. Че, второй уровень тоже будет обучающий? Ай, куда ты прям ко мне-то его? Блин. Это плохо. Так, зайчик, зайчик. Блин, а что я радуюсь-то? Ну, пускай там внизу стоит. Ох, сейчас я как звездану вот этому вот ханорику. И отсюда. Блин, я могу только прыжок сделать. Да и я отсюда убегу от него. Вот так вот. Здесь мне будет комфортнее, наверное. А как-то пускай там стоит, он ничего сделать не сможет. Надо его бомбить. Блин. То есть это как я вот так вот подкину. И на тебе. Минус кактус. А интересно, сюрикеном я смогу вон того достать? Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Нет. К сожалению, не достал. А вот он сейчас будет бомбить. Косой. А действительно косой, потому что он заяц. Блин, он вторую попытку. Ах ты жук. Ну что, возьмем. На. Е. Ребят, мы потопили этого ханорика. 20 кубков, 2, как говорится, победушки. Следующая награда будет у нас. Чего? Дискорд? Яйцо, ребята, яйцо. И... Так, новый персонаж. Голубая жаба. И новая карта. Пуля. Фаербол. Ох ты как круто. Друзья, оружие. Используем. Используем. Это у нас стандартное первоначальное оружие. А вот это вот, которое у нас приобретается. Оружие здесь будет приличное, ребят, количество. То есть битвы будут разнообразные. Кстати, это мой скин. Я хочу его использовать. Так, сюда поставим жабу, а вот сюда поставим песика. А это как бы по умолчанию, нулевка. Ну что, переходим на следующий поединок. Мне нравится, как он держится. Жаба тут рулит, этот на крыше, этот там прикрепился сзади. Нашли мы следующего оппонента. Оу. Ну, давай... Начнем так. Мне бы желательно, наверное, подбить здесь. Ать. Блин, плохо, что когда он падает, он не получает урона. Так, а все, мне больше нечего сделать. Не попал. Так, теперь моя жаба ходит. Пум-пум-пум. Я не знаю, как этот буллет работает. Давай попробуем на весь карту. Я могу представить, насколько будет мощный урон, если она попадет по цели. А вот это вот плохо. Сейчас вам... А, он в жабу? Ну, бас какой-то. Дай-ка я проверю фаербол.
Ну, такое себе. Слегонцушки, да? Да что ты... Рэй, ну... Бред ты сделал на самом деле сейчас. А этот все хочет мою жабу. Попал все-таки, а? Так, этого топим. Блин, у него второй ход. Давай своего бомби лучше. Ну что, я возьму сюрики. На тебе, в лоб. Что, надо добивать этого хлыщеныша. Лучше потопить его, конечно. Зачем, Рэй, ты сделал так? Ой, господи. Прыгнул, блин. Ты понимаешь, если он сейчас попадет снарядом сюда, ребята, я утону. У него вторая попытка будет. И он сейчас... Но это специально, наверное, да, так делают сейчас? Goodbye. Слушай, а по-моему, ты чувак играл. Он показал, типа, окей. Так, что это у нас тут? Что-то открывается. Ох, ё-моё, тут какие-то бумпас, лаборатория, дружеская битва. Лазерный глаз купить за 4 кристалла. Или это дали мне попробовать? Я так и не понял, или попробовать дали, или что? Лазерный глаз, сейчас проверим, как эта штука работает. Так, ну я синька, да? Синька. Ой. Йо, не надо сюда прям. Воу. Кто? Кто знал-то, что она так работает? Правильно. А что это у нее две попытки-то? Вот там вот и стой, сейчас я тебе подарочек туда подкину. Нет! Да что ты в меня-то опять смотришь? Да, друзья, что за глаз? Он почему-то против меня работает. Дай-ка я туда подпрыгну поближе. Жесть какая-то, не глаз, блин. Ага. И опять в меня, да ну нафиг. Не, ребят, это какая-то жесть. Слушай, по-моему, это реальные игроки играют. Во-во-во-во-во, давай-давай-давай. Так, что мне тут? Я пропускаю ход. Им нужно закинуть этот глаз куда-то сюда наверх, ко мне. И они, естественно, сейчас будут это делать. Ать! Молодец! Давай, 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 давай! На! Блин, а вот тут вот проблема. О! За... Вот тебе и баба-баба-баб. Слушай, ну отлично получилось. Блин, а там вторая битва, что... Нет, давай я выйду. Я успел нажать? А, 12 побед нужно? А как... Я не могу, ребят, все. Так, что-то тут еще у нас открылось. Какая-то капсула. Ежедневки. А что такое лаборатория? А, актив... бумпас активировать. Космос. О, 200 монет. И яйцо. И выпадает нам кактусенок. Ну и отлично. По крайней мере, у меня теперь будут...
крайней мере, у меня теперь будут кактусенок, жаба и песик. Ну что, битва? Плей, погнали. С флажками тут стоят. Что там за оппонент? Оппонент найден. Блин. Ах ты. Навозник-то, а. Блин, почему я в самом низу? Он же сейчас меня потопит. Я возьму буллет. Отлично. Если это можно назвать отлично. Тут, короче... Ребят, если он сейчас сюда бросит, все, я утону. Но он не попал. Но у него вторая попытка, да, будет? Нет, у него никакой второй попытки. Прощай. О, мне еще дали... Это, наверное, было зря сделано. Ну, чего ты там? Ну, жулик, а? Вот теперь проблема в том, чтобы попасть в него как-то. Да ладно! До свидос. Да, ребята, как всегда по красоте на высоте. Все отлично. Я ушатал. Давай далее. Так, что там? 30 самоцветов. Спасибочки. Двигаемся дальше. Как тут прицепился. А я жаба такая, на-на-на-на-на-на, довольна. Так, какой-то новичок нам попался, у которого даже скинов нету. А, нет, ну да, нет скинов у него. Ого, нет скинов, но есть бомба. Правильно, правильно. Ай, чудик своего же взял и шваркнул. Молодец. Так, так держать. А что мы можем сделать? Мы можем сделать только лишь... Ну, вот так вот. Блин, я надеюсь, он не додумается вот сюда шмальнуть. Вот сюда вот. Чтобы я там утонул. А он так и делает. Нет, немножко не так. Сейчас, сейчас, сейчас ты доиграешься, парень. Я вот для тебя буллет приготовил. Да твою ж... Трындыкалку. Отскочил он. Я думал, что он под ним взорвется, и он полетит в воду. Что он там заряжает мне? Ах ты. Фаербол. Что он делает? А, он спрятаться захотел. Все, я понял. А фаербол. Блин. Ну тут нужно бомбить вот это. Рэй, ну ты не дурак ли, а? Я хотел-то не это сделать. Твою налево, а. Я хотел вот это вот уничтожить, блин. Сейчас будем смотреть. Ему тоже, кстати, здесь не совсем удобно вот так вот метать. Потому что кубик вот этот мешается. Но он может его бомбануть, а уже на втором ходу может попасть. Метится, метится, метится. Перебор, парнишка. Так, берет пониже, да? В уголок ты сейчас попадешь. Нет, не в уголок. Ну что, мне нужно сюда вот зарядить. Как-то умудриться зарядить туда ему. Так. Еще есть запасик один. Да ну, блин, ну что ты будешь делать, Рэй? Надо сваливать отсюда. Тут еще главное не переборщить. Е, спрятался. А вот теперь пускай попадает по мне.
Я спрятался, я в домике. А вот навесиком решил бомбануть. Ага. Вторая попытка. Мимо. Блин, у меня тоже, конечно, положение не очень тут. А, он еще прыжок куда хочет? Сюда? Наверх, что ли? Вот это ты зря, наверное. Ну, если... Блин, как мне мешается вот это вот? Ой-ой-ой-ой-ой. Да господи, тут чуть-чуть не хватило. Ну... Вот сюда упал снаряд. Твою налево. Да, и у него намного удобнее позиция для обстрела. Спасибо. Вот, главное, сейчас не попади. Я тебя умоляю, не попади в меня. Есть. Так, ребята, шансы, шансы велики. В плане. Он еще и бомбу... Ну, тут ты, парень, извини, тут ты, конечно, переборщил. Ну-ка. Еее, прям в яблочко. Нахлобучил я, друзья, его. Нахлобучил. Так, следующая будет через две победы, да, получается? Тут какие-то секреты, квесты. Секреты какие-то. За 1000 купить яйцо, коллекцию яиц. Ну что, поехали дальше. Так, а там что у нас? Новые планеты или что? О, неплохо, ребят, скины у него там. Птичка, слизень. Кто ходит у меня первым-то? А, он ходит первым. Ну, у слизня вообще здесь позиция, конечно, вообще отстой. Отстой полнейший, я тебе скажу. Ничего себе. Что, слишком меткий, что ли, я не пойму. Е, блин. Какого лешего своего же подбил. О, мне сейчас отсюда будет хорошо бомбить. Поэтому хлыщу. Не знает, как приметиться, да? А, прыгнуть решил, что ли? Нет, все-таки... Да, он решил запрыгнуть. Не надо свои бомбочки тут раскидывать. Давай, 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 давай. На. Ну все, я думаю, что этому парнишке сейчас будет не сдобровать. Я возьму буллет, я не буду с ним тут шутковать. Бух. Слушай, а у него если сейчас будет два заряда, он мне просто подточит здесь. У него тоже, оказывается, есть буллет. Так. От этого не легче мне, ни мне, ни ему. Само собой, здесь придется подтачивать все вот это вот. Эй, я рискну. Блин, перелет. Ребята, был перелет. Я ему дал наглядную возможность, как можно бомбить. Отлично. Сейчас влупит. Ау, черт. Да. Ну, сфейлился я, ребят. Ну, а что поделаешь? Такое вот бывает. Так, так у меня же есть такая... А, их можно еще и прокачивать. А я не знал, что их можно прокачивать, ребят. Показывает. Бу-бух. Такой, блин. Уровень 2. А, плюс еще 2 самоцвета получаю.
Слушай, ну тут же можно, смотри, открыть уровень второй. А у меня пока уровень первый, да, получается? Ну да, получается как бы так. Получается так, ладно, друзья мои. А, так тут еще победы умеют. Ты понял, короче, если я проиграл. Вот смотри, следующий портал через 7 часов. Какое-то молоко там. То есть смотри, если я побеждаю, победа мне зачисляется в плюс. Если я проигрываю, то у меня получается в минус. Вот что я тебе хочу сказать. Ох ты, трое против трех. Ну что там, птичка, будешь делать? Собачку хочет, да? Давай своего. Кто у меня? Как тут что ли? А, нет, песик. Я, наверное, фаербольчиком заряжу. На тебе, засранец мелкий. А, я еще могу ходить. На тебе еще и сюрикеном в лобешник. Блин, вот это, конечно, не, вообще не в тему здесь. Они встали вдвоем, блин. Пес и кактус, замечательно. То, он тоже берет фаербол. А что ты повторяешь-то? Ох ты, а это что такое? Это что такое сейчас было? Что орет там что-то? А как тут смайлики? А вот как. Ребята, а у меня кактус. Ребят, посмотрите, здесь есть радио. На тебе. Дай-ка я отсюда, наверное. Нет, не будем мы прыгать. Не будем мы прыгать. Потому что если мы куда-то прыгнем, мы... Сейчас он будет по мне стрелять в наглую. Да ладно, а пониже-то... Че он делает-то? Ой, бомбу сзади. Ух, сейчас... Не, ну терпимо еще. Сейчас у меня еще... Да уж, окей, говорит. Знаете, жуйте оба. Так, теперь... Вот как мне того задеть? Твою налево не попал. Знаешь, чем противно? Ему снизу сюда намного проще бомбить, чем мне сверху вниз. Ё-моё, он еще и пулю бросает. Я понял. Промахнулся. Фу. Оу, ноу. Вот и я говорю, что оу, ноу. О, да. На. О, ноу, еще кричит мне там. Вот тебе о, ноу. Интересно, здесь где есть кланы? Что такое? А, я выполнил какой-то квест. И мне 20 гемов за это дали, да? Заберите награду. О, еще одно яйцо. Ну, это песик. Плюс один. А что дает плюс один к песику? То, что просто он у меня есть. Я делался. Прикольно. Рэй. Эту лягушку буду звать чисто Рэй. Так, одежды нету. Голос. Да блин, я даже не Какой? Не хочу. Я. Во. Во. Оставим такой. Ну что, поехали дальше. Так подожди, я... еще 5 побед нужно.
Оружие-то мне дадите новое. Когда новое оружие дадут? Этот рейв же такой. Фу, едет. Жаба. А, так тут можно никнеймы им давать. Ну, это прикольно. Со звуком, с таким еще. На тебе. Как будто я кому-то сделал хуже, блин. Прыжок. Зачем тебе прыжок? Ага. Все-таки прыжок решил. Нет. Ты определись, или прыжок, или стрелять ты собрался. Дружочек. Пирожочек. Родрикс. Это глупо. А, прыжок? Не, прыгать ты можешь куда хочешь. Прилетел. Ох ты. Ханя. Ню. Твою дивизию, ребята, это плохо. Это плохо, потому что они сейчас могут... Ну, я их могу потопить. Один друг на друге стоят. Я их могу потопить всех. Луч, луч. Промахнись. Это не очень хорошо. Давай, 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 давай. Что-нибудь там. Ах, спасибо. Ну что, ребята, момент истины настал. Попробуем их потопить. Е! Таким голосочком. Кимандасай! Замечательно. Так, двигаемся дальше, друзья. Сегодня, наверное, я поиграю еще в одну игру такого же плана, только там уже будут три персонажа, и там уже надо будет разрушать крепость. Тоже там будут животные. Четко му. Все там поперживает. Нет. Так дело не пойдет. Пес засранец какой-то. На тебе. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Что он будет делать? Ну, понятно, обычно. Конечно, им проще, ребята, снизу-то бомбить. В домике, да, спрятались? Фаерболом сейчас заряжу. Ой, дурик, блин. Ох, хорошо попал. Слизень там. Блунит там что-то еще мне. Блин, если он еще попадет разок сюда, ребята, я боюсь, мы буль-буль-буль-буль-буль сделаем. Ты типа спрятался, да? Пес засранец. Ай-яй-яй, но я его потоплю. Блин, не потоплю, ребята, потому что у меня нету. Ой-ой-ой-ой-ой, все, это фиаско, друзья. Да ладно. Да ладно. И как тут... Канаю. Как там попасть-то по тебе? Плешка ты несчастная. Есть! Друзья мои, я не верил до последнего, что смогу здесь выиграть. Но, сам видишь, все получилось у меня. Оу, луч. Вот он, этот луч, по ходу дела. Это что? Опа. Леон. Ну, это хамелеончик, ребят. О, ну-ка. Есть. Лазер получили. И еще прыжок. Еще и сюрикен прокачиваем. Еще новые эмоджи. 100 монет. 9 кристаллов. Ну, это шикарно тут надавали. Тут, конечно, шикарненько надавали. Так. Хамелеончика будем куда-нибудь брать, нет? New name.
Пускай его звать Роджером будут. Будут его звать Роджером. Так, а кактуса мы назовем... Первый голос надо взять ему. Что-то не нравится мне такой. Ага. Во. Да блин. Во, отлично. Хе-хей. И name. Нюк. Во, пускай он будет нюком у нас. Так, теперь оружие, друзья мои, прокачиваем. Ага, плюс 0,4 это к прыжку, я так понимаю, прибавляется. Здесь 0,5 к атаке. И, конечно же, будем брать лазер, друзья, обязательно. Пока все... А, подожди-ка. А, новые эмоджи. Вот так вот сделаем. Ну что, давай проверим. Новый лазер у нас. Это хорошо. Лазер, я так понимаю, пробивает. А что эти такие грустные? Почему эти грустные, я не пойму. На песок. Как этот, а? Достала. На тебе. Прыжок. Не буду я пока тратить. Вот это вот плохо, что мы стоим здесь. Ой, как плохо. Ну что у тебя там, уточка? Булит. Ой, ёк-макарёк, ну как так-то, ну... Ну как так, друзья мои, ну что это, ну... Да какой луч, я хотел вот взять, сюрик. Да под... я же сюрик хотел взять. Да ну блин, ну серьезно что ли? Ну... Тьфу ты! На этом, конечно, не особо тут не особо удачная позиция вести. Спрыгивает. Спрыгнул. Сюрик. Еще попади нафиг по мне. Попал. Мне вон того надо бомбить, коль на то пошло. Есть. Че, я заканчиваю. Сейчас, понимаешь, если он попадет по мне сверху там чем-нибудь, то пойду карасей кормить, ребят. Навесиком. Да ты серьезно что ли, блин? Почему меня все время наверху располагают? Ой, внизу, блин. Ребят, ну это не дело. Я на это не подписывался. Я хочу находиться внизу, блин. Пускай эти хламоны там будут наверху стоять, блин. Точнее, я наверху хочу стоять, а не пускай внизу стоят. Ну что это за дело? Так, кто ходит первым? Я. Кем? Роджером я хожу. Нифига себе, это чисто случайность, ребят. Ну, меткое попадание, это хорошо. Что он там делает? Фаербол. Так, я успел крикнуть. Кто там ходит у нас? Да ты серьезно, блин, тут... слов нету. Просто никаких слов нету, а. Взял, просто буллет продинамил. Так. Упс. Упс, ребята, если сюда попадут хоть чем-нибудь.
Зашибись, этот наверху на мне стоит. Замечательно, мне еще... Что ты сделал, Тары? Зато я в домике. Тут, надеюсь, он меня не сможет подбить. А вот Рейчику, скорее всего, да. Кранты, он сейчас... Пу-пух! Обоих. Так, я получаю лазер. Что-то, ребята, мне не везет. Мне не везет с моим именно местоположением, где я нахожусь, блин. Мне какие-то дают не совсем удачные, как бы сказать, местоположения. Да, ну что, друзья мои, давайте тогда мы на этой ноте с вами, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.